Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас в гостях группа Epic High, ну а точнее их видео, которое называется «Антигерой», ну и композиция одноименная соответственно. Ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, у кого есть желание, можете даже поддоначивать. Ну и колокольчики, конечно же, обязательно жмем. Поехали! No more teachers, no more prophets, no more heroes. E-P-I-K. Cold part of motherfuckers. Очень олдскульное начало. Ну, понятно, на современный лад все обработано более-менее, но все равно вот такой звук найти из 90-х. Но хороший звук из 90-х, именно приятные ностальгические воспоминания, а не какое-то чертово старье, которое зачем-то крутят, нет. И, как обычно, я всегда отмечаю бас, потому что я уже миллион раз объяснял, в этом помещении его крутить очень трудно, поэтому я всегда с радостью слушаю, как его можно крутить в более подготовленном помещении. Ну, бас прям пробивается, и при этом клавиши звучат не то чтобы сильно высоко, и они как раз находятся примерно в одном месте с басом, но никто никому не мешает. Хорошая работа звукорежиссера. When I be on the microphone, get it, but switch a bugger. Cherry bone, nation, but you bone, could get woody dower. Y'all get lost in the sauce, famous sweet and sour. Says I ain't much, nigga, macho, that's my superpower. The label I was, nigga, chai, taking my mom. Look at all the soja, maja, pecking high ground. He says, I'm a shigger, nedge, man, so moga, tamne. Mama, y'all don't chew me on goat, nation, jangy target. Fuck it, what's a hero in a world full of villains, mama? If karma doesn't do its job, I'ma kill him, so what? I can shoot the DJ Pija, now we'll lay. One dry, so jump, dude, all the junkie, uja. Ну, вообще, по поводу вокала здесь пока говорить нечего, потому что они читают рэп. А вот как они читают? Стильно, со вкусом и технично, профессионально. То есть все работает. Потому что рэп — это же не только инструмент повествования, но и ритмический тоже определенный момент. Потому что разные способы читать есть, вот здесь достаточно ритмично, то есть оно дополняет грув, что не может не радовать. Кстати, если что, в будущем для вас, для меня уже записанный, на Boosty отложенный в публикации ролик «Всезнающие братья» шоу, там пришли Epic High к ним как раз. Вот, поэтому я уже немного с группой ознакомился, и именно как с людьми, а не только как с артистами. Но опять же, в рамках шоу. Достаточно интересные ребята, и там ближе к... В середине августа, по-моему, этот выпуск выйдет, или первую неделю августа, в общем, на Boosty. Можете понаблюдать, даже подписываться не обязательно, если вы только ради этого выпуска. Можете понаблюдать и подписаться в тот момент, когда он выйдет. В общем, это так, между делом. А пока что слушаем дальше. I'm the hero you deserve, I'm the hero you need. Meet your daughter, gonna jiggle, 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 I'm an anti. Hero! All the heroes that you serve look like villains to me. Jiggle, wanna jump, gotta be a too legal with you. I'm their anti. О, момент под водой был хорош. Мне понравилось. Это мне напомнило, по-моему, в одной из композиций, там Крис Браун, Баста Райнс, кто-то еще был, по-моему, Лил Вейн. Баста Райнс в какой-то момент читал настолько долго, что там буквально... воздуха не хватало, и на последнем слове такой... Ну, мне напомнило именно по моему эмоциональному отклику, что это круто выглядит. И на самом деле, в принципе, это бит зацикленный, но он звучит очень стильно. Там некоторые инструменты так более в лоу-фай режиме, то есть там такой, такие немножко побитые сэмплы, потертые. В общем, все сделано очень стильно. И пока что комментировать особо уже больше нечего, потому что можно сидеть дальше наслаждаться. В конце концов, и раз это более к олдскульному хип-хопу тяготеет, то здесь у нас зацикленный бит, и люди рассказывают историю. Вот тут, к сожалению, я промазал с тем, что у меня нету перевода этой истории. Ну, да ладно. Потом почитаю за кадром. Hero!
All the heroes that you serve look like villains to me. 지금 보는 손가락 위에 돌리고 있지. I'm their anti. Hero! You don't know anything about me! Shut up! The name drop. 바람에 관심 밖에 놈들 wanna take shots. 여긴 술자리가 아니야 새끼 갱갑. 풀고 싶어 센척 하네 you ain't big you ain't pop. Keep your motherfucking music on my AirPods. 여전히 힙합이나 하고 나는 raindrops. Falling on my head they want me dead but I can't stop. 세대가 뒤집혀도 대세. Legend till I'm best. Look at us dancing on your grave. А вот сейчас, кстати, все стало более современным. Понятно, что в общем композиция звучит так немножко шуршит и немножко прикрыто по верхам, но сейчас появился 808-й бас плющущий, более современная чит, такая притвангованная. Ну, что сказать? Профессионалы. I'm an A-N-T-I. Stay on top, 내 심장은 여기 G-I. I'm dancing on your grave, dancing on your grave. Hold my phone, this is me, dancing on your grave. Hater, what? I'm an A-N-T-I. Stay on top, 내 심장은 여기 G-I. I'm dancing on your grave, dancing on your grave. For all the times, all of you were dancing on my grave. Уважительно. Профессионалы своего дела... Кое-кого они даже вдохновили на то, чтобы стать рэпером одного известного артиста, если не ошибаюсь, даже из одной известной группы, про которую больше всего обычных комментариев. Но это как-нибудь в другой раз, в рамках следующей биографии на канале MP Reviews. А пока что могу сказать, что песня прекрасная, и зная по выпуску шоу «Всезнающие братья», как они ведут себя не в клипах, а просто хотя бы на шоу, отличные ребята. И пока что список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзинтип, спонсор-донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря на то, что у меня сейчас достаточно раннее утро. Может быть, даже еще, ну, не, солнце вроде уже выходит, но ничего страшного. В любом случае, спасибо, благодаря вам это выходит. Далее бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Можете таким образом поддержать канал и сказать спасибо, получить дополнительный контент. И если вы очень хотите поискать пробники, они там есть, можно просто даже без регистрации, без подписки посмотреть некоторые отрывки, которые помогут вам понять, что там происходит с доп-контентом. Ну, а пока что другие каналы. MP Reviews, K-Pop Новости, MP Entertainment Музыка. Обязательно слушаем новый трек, где мы тут на экране воткнул картинку, чтобы лицо не заслоняло яблоки и манго. И телеграм-канал Хаплокация. Я по-прежнему Максим, я не говорю вам прощай. Я говорю до новых встреч, пока.